Вот я уволился со службы, где служил больше четверти века. 26 лет календарных я отслужил на флоте. И начал другую жизнь. И сначала чуть-чуть поработал на хозяина, а потом на ферме, на одной, заместителем генерального директора по безопасности. Помню, был такой бред. А потом начал заниматься своим делом. Самым разным. Сейчас вспомнишь, и смешно, и стыдно, и жалко все это выглядело, но так было. Ну, например, я начал работать на себя, и было такое время, когда просто экспансия товара из-за границы, дряни всякой, валилась на наши страны. Из Китая, из Турции, и все на этом делали деньги. Из Турции потоком через порты черноморские.